düşmənin baxın müdafiə xətti Ağdam şəhərinə qədər bir neçə müdafiə xətti var idi düşmənin baxın İşğaldan azad edilmiş torpaqlara keçirik. İstiqamət Ağdam şəhəri. Ağdam şəhərini və işğal altında olmuş Ağdam rayonunun torpaqlarını biz bir güllə atmadan azad etdik. Düşməni döyüş meydanında məğlub edərək məcbur etdik ki, Ağdam rayonundan düşmən çəkilsin. Bir dənə də müdafiə xətti. Sağda da düşmən tərəfindən dağılmış Azərbaycan vətəndaşlarının evləridir. Dünya görsün ki, vəhşi düşmən nə günə qoyub bizim kəndlərimizi, hansı vəhşilərlə biz üz-üzəydik, hansı vəhşiləri biz məğlub etmişik. Bütün dünya bunu görməlidir. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Hamısını dağıdıblar. Sağda da bak. Sol tərəfdə də hamısı büyük binadır. Evlərimizi, kəndlərimizi dağıdıb, torpaqlarımızdan istifadə edin. Bütün hərbi cinayətlərə görə düşmən cavab verəcək.
Ağdam şəhərinə də biz jurnalistləri, o cümlədən xarici jurnalistlərini dəvət edəcəyik. Diplomatik korpus nümayəndələrini dəvət edəcəyik. Президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мейрибан Алиева прибыли в освобожденный от оккупации город Агдам. Глава государства поднял трехцветный флаг Азербайджана в Агдаме. В Агдаме, который спустя 27 лет был освобожден от оккупации, сегодня гордо реет наш государственный флаг. Каждый азербайджанец с гордостью и большой радостью наблюдает эти кадры. Оба кадра из Агдама. Просто с разницей 27 лет от построенного трудолюбивыми людьми, благоустроенного и процветающего города, в котором когда-то кипела жизнь, не осталось и следа. Армянские оккупанты, оставаясь приверженными своему характеру, превратили белые крыши Агдама в руины, как могли, разрушили город. Глава государства и первая леди посетили Агдамскую мечеть. Мечеть с двумя минаретами, ставшая местом надежды, убежищем для людей, оставшихся в живых после Хочалинского геноцида, также была зверски разрушена хищным врагом.
Мы с честью выполнили свою историческую миссию, освободили от врага оккупированные земли. Победа на поле боя позволила освободить от оккупации Агдамский, а также Кяльбаджарский и Лачинский районы без единого выстрела и шахида. Об этом президент Ильхам Алиев заявил в своем выступлении перед исторической мечетью в городе Агдам. Глава государства отметил, что за последние 30 лет Азербайджан накопил силы, принятые международными организациями постановления и резолюции сыграли важную роль в создании необходимой правовой базы для урегулирования конфликта. Отметив, что помимо этого до мирового сообщества были доведены реалии, связанные с конфликтом, миру была представлена полная информация о ходе алинском геноциде для его признания как геноцида, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что значимую роль в достижении победы сыграла и наша экономическая мощь. Если бы мы не были независимыми с экономической точки зрения, то не смогли бы добиться политической независимости, сказал глава государства, подчеркнув, что без политической независимости мы не смогли бы освободить наши земли от врага. Отметив, что кроме этого осуществляются важные мероприятия в сфере строительства армии, президент Ильхам Алиев сказал, что сегодня во многих развитых странах изучается опыт Азербайджана, и многие эксперты отмечают, что Азербайджан вел войну 21 века. Победить одним оружием невозможно. Флаг поднимают, водружают на вражескую позицию, на освобожденные земли солдаты, офицеры. Наши солдаты и офицеры сражались как львы, сказал президент Ильхам Алиев и подчеркнул, что в армянской армии более 10 тысяч дезертиров. Армянская армия уничтожена, заявил президент Ильхам Алиев. Сегодня очень больно видеть город Агдам в разрушенном состоянии, сказал глава государства и отметил, что подарил Агдамской мечети священный Коран, привезенный из Мекки. Президент Ильхам Алиев обратился к западным кругам, некоторым западным лидерам, выражающим сегодня обеспокоенность в связи с христианскими храмами на освобожденных территориях, задав вопрос, не беспокоит ли лидеров западных государств, разжигающих исламофобские чувства, закрывающих глаза на осквернение исламских святынь, состояние наших мечетей, которые сейчас они видят. Президент Ильхам Алиев сказал, что разрушенный город Агдам, свидетель армянского вандализма, будет восстановлен. Biz galebemizi demir yumruğu hesabına kazanmış. Düşmanı kova kova ve indi durmuşuk öz torpağımızda. Eşk olsun Azerbaycan halkına, eşk olsun Azerbaycan askerine, Azerbaycan zabitine. Ağdam bizimdir, Qarabağ Azerbaycandır. Kaldırdığım bayrak, eşk olsun.